Всем привет, вы на канале у Патрисии! Ой, здравствуй! Ой, а вот и Патрисия! Я думала, у меня теперь Патрисия превратилась в посылки. Мы столько посылок получаем, что ты уже действительно одна из посылочек наших. Что это у тебя за огромная такая посылка? Посылка. Интересно, откуда она и что там у нас есть внутри? Она, кажется, из Японии тоже. Не, я думаю, что она не из Японии. Давай посмотрим на нашу посылку. Наша посылочка, она пришла... Из Японии? Нет, она пришла из Турции. Нет. Вот, из Турции пришла посылочка. А почему тогда там иероглифы? Нет, это не иероглифы, это на арабском здесь написано, это наша почта. Здесь ничего не нарисовано, нету никаких картиночек, поэтому мы просто-напросто откроем и посмотрим, что же у нас там в нашей посылке в такой огромной. Распаковывай. Рви, этот пакет можно порвать. Вот так. Вытаскивай, что же там такое интересное. Что там? Вау, Патрисия, ты знаешь, что это такое? Нет. Не знаешь? Нет. Давай посмотрим. Дай я посмотрю справа упаковочку. А потом я сама открою. Да, это морской песок. Но это не обычный морской песок, Патрисия. Это песок, который остается всегда сухой. Ты представляешь, ты видел когда-нибудь песок, чтобы он оставался сухим в воде? Нет, даже после того, как ты опустишь этот песочек в воду, он останется все равно сухим. Да? Да. Вот здесь у нас есть вот такая вот емкость, как маленький аквариум. Есть вот такая вот штучка, в которой находится песок. Есть лопаточка, есть, что еще у нас есть? Есть сам песок. А можно там, делать то, что мы хотим и все такое? Да, конечно, мы сейчас будем делать все, что мы хотим с этим песочком. И ты увидишь, что этот песок, он действительно остается сухой. А? Даже после того, как мы нальем его. Да, открывай. Давай, открывай его. Возьмем, я принес, честно говоря, вот такую емкость. Я принес вот такую емкость. Ты знаешь, в этой емкости оно будет намного ярче выглядеть. Потому что в той маленькой емкости у нас нам будет неинтересно, потому что туда мы не сможем там делать всякие интересные штучки. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть вот такая лопаточка. Вот такая интересная сиреневая лопаточка. Вот. Мы ей воспользуемся. Есть вот такой вот маленький аквариум, что-то в этом вроде. Емкость такая для водички. Мы сейчас ее откроем, вытащим вот эту всю внутренность. Здесь даже фон есть такой, как будто мы на море находимся. Открой, пожалуйста. Так, давай. Все, открыла. Там так, уже давай есть это песок. Все уберем. Там уже есть песок. Ну, ясное дело, это специальная емкость для песка. Так, ну что, теперь мы знаешь, что с тобой сделаем? Мы действительно этот песок должны теперь испробовать. Давайте помогу. Закрути, Ваня, открывай, я сама потом. Давай мы чуть-чуть сделаем здесь и чуть-чуть там. Чуть-чуть здесь и чуть-чуть там? Да. Правильно откроем это все, чтобы у нас потом... Песочек не высыпался в разные стороны. Так. Закрути, но не открывай. Закрутить, но не открывать. Дай. Подожди, надо здесь взломать эту. Нет. Ее не надо взламывать, ее просто надо открутить. Дай. Я сама. Все. Я хотела открыть. Ну, на, открывай. Так. Эту мы уберем штучку. Мы вот здесь... В эту емкость будем высыпать песочек. Уже можно? Да. Что там происходит? Там что-то красивое делаю. А ну-ка давай попробуем, знаешь, что сделать? Вот так вот песочек, чтобы шел вот так вот горочкой, смотри, чтобы его было видно. Мы сейчас построим какую-то башню такую. Да, я сама дальше. Потом построю еще одну гору здесь рядом. Сделай такую башню. Смотри, какая у нас башня получилась.
Построй нам еще что-нибудь. Построй там, я не знаю, построй домик для русалки. Вот я его и строю. Строишь домик для русалки? Да. А у тебя есть русалка? Нет. Сыпь. Есть там еще? Нет. Все, нету песка? Я закончила все. Ну, я закончила. Вот, набери своих шопкинсов и клади туда, в этот вот такой вот дворец для кого это дворец? Для русалок. Для русалочек. Но этот дворец оказался для шопкинсов. Нет, для русалок. Для русалок? Да. Ну что, теперь мы знаешь, что сделаем? Мы теперь попробуем действительно и посмотрим, если этот песок, он действительно останется сухим. На тебе вот эту вот емкость и будешь... Или ты знаешь что? Наоборот. Давай попробуем сюда на крышечку, чтобы... Или сюда высыпем. Давай высыпем сюда. Сухой. А ну подожди. Видите, сухой. Что, сухой песок? Да. Прям, вау, действительно. А там вода, смотри. Там, смотри, у тебя внутри там вода. Можно его внутри потрогать? А ну-ка потрогай внутри. А там засыпчатый. Сухой? Да. Вот это чудо какое-то. Да. А ну-ка подожди, давай посмотрим, вот так вот вытащим. Ви-хи-хи. А как же его тогда вытаскивать? Ну, лопаточкой. Да, но если мы его вытащим с лопаточкой, сухое место, он весь рассыпается. Ну, мы туда засыпем. Ага, вот. Вот, потихонечку высыпать, смотри. Мы вот так вот отсеем воду. Вот так. Даже слышно, как он сыпется. Вот, водичка. Бери от меня. Вот, сыпь сюда. Аккуратненько. А ну-ка, потом мы все пересыпем в эту штуку. Давай лучше все пересыпем в этот шприц. Шприц? Да. Этот шприц я взял специально для воды. Я хочу посмотреть, если вот эта вода, как она не пропитывается в этот песок. Я хочу проверить это на деле. Так, а ну-ка, давай возьмем большой кусок песка. Так. Смотри, что здесь происходит. Ты такого еще никогда не видела, Патрисия. Что? Смотри. Вода. Смотри. Вода, ты видишь? Вода прям катается. Вот эти вот капли воды. Смотри, они прям катаются по этому песку. А песок не мочится, песок оказывается был мокрый, так и остается мокрым, ты представляешь? Я, например, никогда такого еще не видел. Ты видела когда-то такое? А что? Смотри, чтобы у тебя песок не мок, ты когда-нибудь такое видела? Нет. Смотри, песок сухой, а вот она вода, смотрите, вот вода, а вот песок. И ничего не мокнет, вообще супер чудо. Дайте мне тоже посмотреть. Совсем. А ну-ка, дай я потрогаю песок в воде. Внутри, вот смотри. Вообще чудо света. Вытаскиваешь, он у тебя сухой. А мама, мы туда в эту штуку пересыпем и еще раз сделаем только уже какой-нибудь замок более красивый. Да, ты можешь. А как пересыпать тогда? Это только вот потихонечку штуку. Лопаточку надо пересыпать. А где лопатка? Смотрите, вся лопатка в песке. Вся лопатка в песке. Я не знаю, это вообще классный вообще песок. Такого песка никогда в жизни не видел. Что только не придумают вообще для детей. Ты можешь это все высыпать в вот эту штуку? В эту емкость? Да. Ну, нет, вот в эту бутылку. Из которой ты высыпал? Да. Я хочу сделать более красивый замок и без шопкинсов, без них. А, вот смотри, как обратно высыпать. Вот здесь есть такая инструкция. Вот это вот тебе штучку тебе дали вот такой, смотри. Тебе дали вот такую штучку, лопатку. Воронку с лопаточкой, чтобы обратно засыпать песок в эту емкость, с которой ты высыпал этот песок, нужно в вороночку просто всыпать песок, вот и все.
Вороночку, а где твоя воронка? Вот воронка, где твоя воронка? Вон она, голубая вороночка. Так. Давай ее мне. Что, высыпается? Да. Не, нужно по-другому, нужно вставить просто сюда. Мы сейчас вставим сюда вороночку. И надо вытащить Шопкинцев. Шопкинцев, хорошо, ты вытащишь. Берем лопаточку твою. Где лопатка? Вот лопатка. Берем песок. Вот. О-о, надо будет потом собрать здесь весь песок с этого стола. Со стола. Давай мы отсюда выльем воду. Смотрите, даже руками можно сделать свой замок. Видите, даже рукой можно сделать замок. Вода выливается, а песок остается сухой. Так, теперь мы сливаем весь песок сюда. А я делаю башню. А вот песочек, мы сейчас его высыпем. Вот так. Что? В этом песке. Угу. В этом песке, когда ты его вытаскиваешь, так, вся вода уже засушена. Вода засушена? Она не может быть засушена. Просто он сделан из такого какого-то материала, который не впитывает в себя воду. Он не мокнет. Понимаешь? Да. Так, на, высыпай сюда просто-напросто весь песок отсюда. На, бери лопаточку. Высыпай весь песок в эту емкость. А и как там взять вода? Ничего страшного, потом воду просто отольем. Лей сюда, да. Переливай это все, пересыпай. А я могу и руками. Руками? Руками у тебя все высыпается. Подожди. Давай высыпем то, что мы собрали. Я пока буду все еще собирать. Вот смотри, как прикольно. Ты можешь этим песком пользоваться вообще вот, супер-дупер много раз. Держите еще вам. Сейчас, подожди, я высыплю этот песочек. А да, что ты будешь потом строить, когда мы весь песочек соберем? Замок какой-нибудь более красивый. Более красивый, более продуманный? Да. Окей. Они уже все эти каракули-баракули. Давай мне эту штуку. Приготовил вот такой вот шприц, которым пьют сиропы дети, там всякие жаропонижающие. Мы сейчас наберем этим шприцом воду. Вот так. И теперь я хочу кое-что сделать. Смотри. Хочешь посмотреть? Да. Смотри. Смотри сюда. Вот на песочек. Ты видишь песок? Видите, вода застыла. Смотри, теперь капелька. Оп. Ты видишь? Да, вы видите, вода, она засушенная, все. Она не засушенная, она просто не впитывается, весь этот песок он не впитывает. И поэтому получаются вот такие вот капельки прикольные. Смотри, Патрисия, прикольные капельки. Смотри, как будто бы идет дождь. Мы с тобой делаем настоящий дождь. Нет. Как нет? Мы его не планировали. Как мы планировали? Вот мы сделали. Видишь? Прикольно вообще. Супер прикольно. Что это? Я тут у нас вот здесь капельки прям такие. Прикольные вообще. Смотри. Капелька. Оп, 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 оп. Опа! Я уже готова. Вот еще капелька. Песок. О, капелька, смотри, в песке спряталась. Так интересно это смотрится.
Вон еще одна капелька спряталась. Капелька, как будто какой-то твердый предмет в этом песке. Попрощайся со всеми и иди строить свой всем замок. Всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал. Бай-бай, Патрисия, наслаждайся своим песочком. Да, и на мой песок. Подписывайтесь Bye-bye. На мой песок и мои капельки.